Каспийске состоялся оздоровительный забег для всех желающих, приуроченный ко Дню народного единства. В нем приняли участие жители города самых разных возрастов. Местом сбора и старта стал памятник первостроителям Каспийска. Отметим, что каждый участник перед началом забега получил свой номер, который после финиша помог организаторам выявить обладателя нового велосипеда. До старта остались считанные секунды, и каспичане собрались духом и отправились покорять километры. У финиша на территории кинотеатра «Москва» их ждал горячий чай и сладости, которые помогли набраться сил и подготовиться к главному событию забега – это розыгрышу велосипеда. У кого есть номер 8? Не, подождите, не спешите, это двухзначное число. Это двухзначное число. Номер 8. Так. А сколько будет, друзья? 8 минус 4. А если соединить восьмерку и четверку, что получится? 84! Приветствуем, друзья! Обладателем главного приза стал юный спортсмен Карим, который решил принять участие в забеге в последний момент. Поздравил парня и выразил благодарность всем участникам и организаторам мероприятия, руководитель благотворительного фонда «Инсан» Ансар Курбанов. Хочу выразить в этот праздничный день благодарность администрации города, управления культуры, молодежной политики и спорта. Уделяет огромное внимание для развития спорта и для объединения молодежи в нашем городе. Очень такое радостное мероприятие, атмосфера такая праздничная у нас. Еще раз поздравляю всех, все сегодня участники являются победителем. Почему? Потому что такие мероприятия нас сплачивают. Завершилось мероприятие общим чаепитием и совместным фото.